Всем приветик! Хочу показать, что я придумала себе тут вышивать. Это будет сапожок к Рождеству. И Кейти Ди, если ты будешь смотреть и ругаться, потому что мы собирались вышивать сапожок с ноября, не ругайся, у меня их два. Как бы с ноября до декабря я два не успею вышить, поэтому один мне нужно вышить до этого времени. И у меня было два сапожка. Я выбрала вот этот вот. Это будет сапожок моему сыну. Dimensions на 14 конве. Очень прекрасный сапожок. На такой... Камера, конечно, передает, как всегда, как хочет. Цвета. Такой цвет... Ментоловый такой какой-то такой прям... Не знаю, цвет новой травки весенней. Такие очень яркие ниточки. Сейчас я открою этот набор, пошуршу, потому что всех это бесит. На самом деле никого не бесит. Представляете, вот это вот открывается набор. О, да. Ну, кого это может бесить? Вот я открываю новый набор. Я достаю из этой шуршащей упаковки просто богатство. Ну, как это может бесить? В общем, вот... Обложка, картоночка. А, посмотрите, дополнительные ниточки, серенькие, беленькие. Так, тут у нас какие-то узлы позавязаны. Так, 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 аккуратненько. В общем, буду вот так вытаскивать. Фетр, который я, скорее всего, не буду использовать. Угу. Ниточки. Так, с ниточками потом. Отрез канвы такой достаточно большой. Интересно так будет. Я никогда таких вещей не вышивала. Ниточки. Цветовая гамма, да? Такая. Две планшеточки. А какие они мягкие. А вот это что-то, посмотрите. Такого я еще ни разу не видела. Интересно, да, вся такая прям, ой, я не могу. И какие-то они, я вам скажу, на ощупь другие, чем, допустим, последний Dimension, что я вышивала. Не знаю, от чего это может зависеть, они прям мягкие-мягкие. Как-то вот у Dimensions-то бывает на ощупь нитки такие жестковатые вроде. А эти прям такие мягкие-мягкие. Не знаю, может это просто так кажется, потому что я очень... как сказать, на эмоциях, да? Здесь, как всегда, инструкция, как это все начинать, шивать. У меня упала иголка. Но иголка, вы знаете, какие там иголки. И вот у нас схема на двух листах. Кстати, ключ можно спокойно отрезать. Посмотрите, да? Ничего не мешает, если вам не нужна инструкция по тому, как сшивать этот сапожок. Мне, допустим, не нужна, я не буду использовать фетр, я куплю красивую ткань, я буду делать подкладкой, все, как бы, ну, немножко, чтобы это было посолиднее, да, скажем. Вот, и вот она схема, она достаточно крупная, достаточно красочная, да, для новогодней схемы, какие-то вот много зеленого, красного, как-то вот в этот раз отсутствует синий цвет, брачный синий цвет. Вот, и вот она такая вот прям яркая, очень новогодняя схема. Отмечены серединки. Буду вышивать. Я прям вообще, когда я начинаю новый набор, у меня прям экстаз. Ну, посмотрите, бози-бози. Я не могу. И все в две нитки. Единственное, что вот один полукрест я вижу. Полукрест, 5 нитей. Это единственное, что я вижу такое... А, есть полукресты в 4 нити. Ну, полукресты это фигня. Главное, чтобы не кресты. Ну и все. Максимальное сложение 5 нитей, полукрест. Вот, есть полукресты в 4 нити. Так, насчет блендов. Фу-фу-фу. Есть 3 бленда. 3 бленда. 3 цвета бека. И два вида французских узелков, которые я научилась делать, когда вышивала чайник. Там их 150 штук наделала, так что мне они теперь не страшны. Я буду готовиться к отшиву Serenity Courage and Wisdom.
Слушай, там их, наверное, 1500. Вот. Так что такой вот я буду сейчас вышивать набор. Дети спят, я все не могу. Прям посмотрите. Они такие обезбашенные. Ну, который первый, это я. Такой же пухленький, такой же обезбашенный снеговик, да. А сзади все мои, ну, как сказать, ну, дети, наверное, за мной. Кто же еще? Вдвоем, да. Потому что я, да, да. Я могу. С горки на санках без проблем. Даже если снега нет. Так что такие вот дела. Это начало моего нового проекта. Поздравьте меня. Следите за продвижениями. Не знаю, посмотрю, проверю. Кстати, не смотрела на YouTube, кто-то вышивал такой носок или нет. И в следующем... И увидимся в следующем отчете. А теперь всем пока, всем удачи, ровных крестиков. Пока.